На левом берегу Днепра, предположительно около населенного пункта Каховка, была разбита российская колонна техники, состоящая из не менее чем 10 единиц. Она принадлежала 205-й отдельной мотострелковой бригаде оккупантов. В результате удара, вся техника оккупантов выведена из строя. В ней на переднем плане отчетливо видны военные Уралы, горящий бензовоз, и даже командирский бобик. Один из Уралов тащил гаубицу Д-30, если я не ошибаюсь. Что там за техника дальше по дороге, разобрать довольно сложно. Видимо, съемка производилась уже после того, как российские боевики эвакуировались. Ну вот он, прилетик. Вот она машина подбита. Одна, вторая. Там третья. Так вот вся колонна. Так вот все подбита. Россияне терпят поражение по всей линии фронта и постепенно оттесняются. Из Работино российские боевики убежали в Новопрокопьевку, но сейчас их и там массово начали крыть артиллерией. Вы уже могли видеть кадры в интернете, как по окопам в районе данного населенного пункта наносятся массированные артиллерийские удары. Судя по тому, что мы видим, долго удерживаться в Новопрокопьевке они не смогут. Также особо активно ВСУ наступают из населенных пунктов Урожайная и Старомайорская, в направлении Старомлыновки, где засели российские войска. Водные преграды, присутствующие на этом направлении, немного замедляют наше продвижение, однако враг постепенно оттесняется. На Бахмутском направлении основные бои ведутся в районе населенных пунктов Клещеевка и Андреевка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.